Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру The Walking Dead: A New Frontier. В прошлой части базу наших новых друзей разрушили, поэтому мы отправились в дорогу. А что будет дальше, мы узнаем сейчас. Уже утро. Привет. Great. What now? I've got some bad news. Дай-ка угадаю, мы заблудились? We're lost? Not exactly. What then? Расскажи. Well, we got a bunch of cars clogging the underpass. Too many to drive through. We're gonna need to move some of them out of the way. Hey, I'm coming too. I'll stay with Kate and keep a lookout. Yell at us if anything happens. Да, интересно, что с Кейт? Convenient the pass is blocked like this. Not convenient at all, if you ask me. Опа. Рутина в своем репертуаре. Мы же целую ночь ехали. Как там Кейт? Выжила? Нифига, у нее глазищи желтые. If we move that car right there, we should be good. Come on, let's get to work and clear it out. Да без проблем. Погнали. О, так можно погулять, пообщаться с вами. Привет, Жигуль. Это же копейка наша. Привет, Трип. У тебя имя такое странное, Трип. How we doing? Conrad doesn't look too good over there. Tell me about it. Чего это? He's a good man, Javi. Known him a long time. Ты, наверное, за то, что... Just a dark day for him. Yeah. Убили его. Keep an eye on him for me. Женщину. All right? Окей. Я постараюсь присмотреть за ним. Давайте осмотримся. Может быть, что-то интересное найдем. Дверь гаража. Интересно, что там есть. Might be worth checking. Хочу проведать Кейт, хочу проведать Клементину. О, вот это, блин, падла. Тебя я не ожидал увидеть. Это было легко. О, у тебя еще гаечный ключ есть. Блин, это хорошее дополнение к нашему автопарку. Хотя навряд ли он едет. Да, колеса спущены. Нет, скорее всего, мне придется пристегнуть ту машину к этому ЗИЛку. Да это ЗИЛ, по-любому ЗИЛ. И оттащить ее. О, как ты далеко убежал. Блин, а тут хорошее место. Можно было бы здесь остаться. Но так как сюда идет стадо... Привет, Клем. С тобой-то я и хотел поговорить. What's up? What's up? It's complicated. Рассказывай. I had a friend. He had a wife, a son. He was really protective. And after that, there were others. У тебя была подруга? The thing about people is they always change. У которой была жена и дети? Because people only care about themselves. Never think otherwise. Наверное, она про... Кенни. Ты юный философ, блин. Это все, что ты мне скажешь? Ладно. Может быть, тут что-то есть? Не, туда не могу зайти. Гейб. Давай с тобой поговорим. Ты уже отошел? Saw you and Clementine talking back there. So? We were just нашел себе подружку. She seems pretty cool. Uh-huh. Окей, Гейб. Я тебя понял. Ты мне не признаешься. Those might come in handy. Зачем? У нас обе машины на ходу. Разве той машине нужно зажигание? Нужен аккумулятор? You good? Да, no, ребятки. Может быть, походу разберемся. I know. Let's just get this shit over with and get to Richmond. Интересно, что вас ждет в Ричмонде? Какой-то анклав или что это? Ричмонд? Элеонор, как там Кейт? How's Kate doing? She's holding on. Он знает, что спросить. We're almost there. Let me know if anything changes. I will. А ты молодец, сохраняешь спокойствие. Кейт. I shouldn't disturb her. She's resting.
Дышит нормально. Ну что, давайте оттянем эту машину. Jesus. И поедем дальше. How the hell are we gonna get that out of the way? А ты угадай. I don't see any tow trucks. У тебя есть в гараже тягач с лебедкой. У тебя есть все для прикуривания. Nope. Вы идиоты. Нахрена вы толкаете тачку внутрь? Вы дураки. Ладно, я тебе подскажу. Иди сюда, Хави. Берешь лебедку. Цепляешь к машине. Подпитываешь. Трип, ты что там завис? Pop the hood. А, то есть ты сам не мог крышку поднять. Not mess up my baby here. Сейчас я тут нахимичу. That'll do. Нормально. Лебедку теперь тяни, придурок. There's plenty of cable to reach the wreckage, but I need to release it first. Кого освободить? Не понял. Давай попробуем. Now I can pull out the cable. Не понял. Ну ладно, будем делать, как ты сказал. Там фиксатор, что ли, был? Ну что, момент истины. Here goes nothing. И, конечно же, все собрались вокруг меня. Hey, there we go. О-о-о, зашумело. We good? Мне кажется, сейчас... Be ready to move once the wreck is clear. We should be right behind you. Сейчас we'll набегут. Кейт, нифига ты, очнулась. Get the walkers! Ребята... Может, просто залезем в тачку и уедем? Окей. Я вас спасу, девчонки. Давай. Что у тебя с лицом было? Вы видели? У него зеленые глаза. Воу, ББ. Ого-го. Охренеть. Давай, Клем. Эленор, now! Go, go, go! Just drive! Get her to Richmond! We're right behind you! Без паники, Кейт. Мы за вами. Как медленно вы едете. Let's go. Все, окей, Хави. Твою мать. Эй. Я забыл тут его. Спасибо, Трип. Thanks. Негр, ты должен жить. Shit. Van. Твою мать. We got bigger problems here. Нам нужно с лебедкой что-то решить, ребята. The roof. Go. Блин, какая крыша? Мы отсюда потом не уедем. Ты чё, успеешь? Твою мать. Спасибо, Гейб. Гейб, ты вовремя. Негр. О-о-о-о, охренеть. Куда ты, придурок? Залазь быстрее наверх. Твою мать. Охренеть. Хави жив. О, братан, давай, давай, давай. Охренеть их там. Да мы ж тачку не заберем оттуда. Ты чё, Хави? Ребята, спасайте. Быстрей, 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 негр. Ты будешь негром, прости. Фу. Охренеть их там. God damn it! I knew this place didn't feel Откуда right. What the hell are we gonna do now? We have to come up with some kind of plan. Oh, what a great idea! A plan. Who would have бежать. Thought of that? Надо we need бежать. A plan. That's a great idea. We don't have a choice. We gotta fight our way out. Not sure I like our odds. Great. This is just fucking great. What the hell are we gonna do? Мне кажется, он помрет Calm первым. Down. Calm down. I'm not gonna Я про fucking негра. Calm down. Eleanor's out there alone right now. We wouldn't even be in this mess if it wasn't for you. That's not true. Кто там? Fuck you, Conrad. Whoa, 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 stop. There's somebody over there. What? Jesus. Where? Я его знаю. Everybody get down. Wait. Was this all a trap? Нет, Keep your heads down. Guy could have a rifle. I don't know about the rest of you, знаю, but I'd like to keep my skull intact. Whoever you are out there, we don't want any trouble, okay? Не буду рассказывать, кто это. What the hell?
He's gone. Everyone stay here and keep behind cover. Расскажу, когда он сам расскажет. Be careful. Просто это персонаж из комикса. Давай, Хави. Куда он умотал? Я его не вижу. Блин, он же сейчас выпрыгнет. По-любому где-то здесь. Вон он, собака. Да он шустрый. Козел. Зачем его бояться? Он один всего лишь. Лан Хави. Я не знаю, зачем игра ведет его. Вернее, нас за ним. Может быть, он просто показывает дорогу, как отсюда выбраться? Это же он, да? Вот он. Иисус. Только без глупостей. Да он знает, что я подхожу. По-любому знает. Он не дурак. Выстрелить, охренеть. Нет, говорим. I'm gonna need you to turn around for me. Slowly. Did you hear me? Это шины. Это не Иисус. Вот хитрец. Шарит. The hell? That thing's not a toy. Drop it, or you might hurt yourself. Прикольный у тебя голос. Now then, I'm not gonna shoot, not unless you make me. Вот точно так же было в комиксе. You got me? Just wanna have a word. Давай, мне не нужны неприятности. I don't want any trouble here, okay? Just answer my questions, and you have my word, you'll be fine. You, the two guys there, the kids, the women in the car, I saw you split up. I overheard that little argument just now. Your friends over there aren't gonna shoot me, right? You folks have your shit together? If you're some kind of broken tribe, then let me know now. Because I've had my fill of people that can't agree on anything. They're good people. They've lost a lot. Sure. We all have. Recently. Ah, fresh wounds. That makes sense. You're going to Richmond. That tells me you got something to do with what's going on down there. Question is, whose side are you on? Look, man, I don't know what you're... Хэви, прости, но это не вариант. Давай, 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 давай. А, я не могу. У меня сейчас палец отвалится. Да я его не переборю. Ай, блин. Давай, Хави. Капец, и сколько это продолжаться будет? Ладно, отпускаю, бесполезно. Ой, Клементинка, молодец. Вот этого ты не ожидал, да, Иисус? Все. Все наставили пушки. See one of them? Hey, man, what do you mean by them? Who's them? You know what I'm talking about. The new frontier. What? No, I'm not with those guys. You got this backwards. Пускай он сам расскажет Bobby, все. This guy's full of donkey shit. Do you want to let me talk? What's the point? How can we trust anything? Ладно, давай you проверим, say? Чтобы все убедились, что у него нет метки. I don't think he's with those guys. Look, I'm telling you. I'm on my way to Richmond, just like you. I lost touch with some good people there when the new frontier took over. What did you say? The new frontier. They took over Richmond? Да ладно. А мы тут какие-то отправили. Tell me you didn't know that. С Элеонорой. Fuck. Oh god. Eleanor and Kate. They're headed right to the middle of those assholes. Надо что-то делать. At least now we got an excuse to go after those motherfuckers. What are we gonna do? Двигаемся. We need to go now. No fucking shit. We need to go. Вытаскивать их. Who's been skulking around? You got any ideas? There's an old train tunnel that runs under the James River. From what I hear, it should be a straight shot into Richmond. A train tunnel. Ты чего? I could lead you guys there.
But since a hobby here said you're good people and all, maybe you could lower those guns first. Lower them my ass? We're gonna tie you up and make sure your story checks out. That's really not necessary. I don't know. We just met this guy. We all just met. Да знаю я его, поверю, конечно. Он добряк. Man, don't. Do you trust me or not? Ладно, раскрою вам карты. Он добрый. Он хороший. Он с Риком из комикса передвигался. Помогал ему. Ready? This way. Просто когда его связали в комиксе, он сам себя распутал и ехал с ними, как будто связанный. Sorry, forgot to introduce myself. Иисус. It's Paul, but my friends call me Jesus. Да тебя трудно не узнать. Флэшбэк. Клим. Клим, а чего у тебя флэшбэки? О, это вы бежите, да? Оттуда. We can hide in here. Капец, малый. Где же он, интересно? Don't worry. It's gonna be okay. Так. Давай, давай, Клима. Молодец. Ух ты. Ой, здесь уютно. Так. Что же с вами случилось дальше? Куда делся малой? Я этого не понимаю. Мне интересно. Тихо, 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 тихо. Только не кричи. Нет. No, you're hungry. Зажать ему рот. Попробуй песенку. Что там? We're gonna wait for them to go, and then we're gonna find you some dinner. Hopefully, find us some dinner. Мне кажется, здесь есть что-то. Кто? Hey, I can hear you in there. Let me in. В смысле? Там же зомби. Please, don't leave me out here. Твою мать, истеричь. Элджея, Элджея. Тихо, тихо. Oh, shit. Ты кто? Hey there. Hello. You can keep that thing pointed at me if it makes you feel better, but if you shoot me, you'll have to deal with all of them. Как Pretty ты... big group of them out there. Передвигалась между... It'll pass. Eventually. Не подходить. Stay right where you are. Don't move. Как ты передвигалась между ними? I'm not going anywhere. Shit! Ладно. Придется помочь. Наверное, ты из нового рубежа. Мне кажется. Damn it! Well, I'd say we make a pretty good team. The two of us. Well, the three of us, I mean. Спасибо. Thanks. I guess. No problem, kiddo. Anytime you need an oversized doorstop. Пожрать нам дай. Это ж твое место, да? It's a cute kid. You guys live in here? Ага, значит, you не твое. Kinda young to be a mom. What are you, 13? Damn, you're a child yourself. Зачем ты подходишь? Что для тебя важно? It's none of your business. Understand? Okay, okay. Relax. We were out there scouting. Nothing out of the ordinary, and then... Ordinary, and then... Chaos, and... Shit. Those bastards are slow, but goddammit, when there's enough of them. I got separated from the others. God. I hope they all made it. Оторвался, блин. Период паршивый. Thought we were ready for anything. But they were all around us before we saw them. Что ты искала? What were you scouting for? Gas? Water? Any supplies we could find, really? Ты по-любому из-за банды. Sure as hell was worth it. My people are probably at the rendezvous by now. What's left of them, at least. Не зря же у тебя шарфик повязан. By the way, I'm Ava, and my group. Ava. We call ourselves the New Frontier. Да. Новый рубеж.
He's hungry. Hey, why don't you come with me? Meet my people. Похоже, вы пойдете туда сами. Blankets, bottled water. Come on, dinner's on me. Нет. I owe you one. Нам не надо идти туда. Нет. Groups aren't really my thing. No woman is an island. Have it your way. But you did me a solid here. I won't forget it next time we cross paths. There is no next time. We'll see. The world does work in mysterious ways. Как тебя, Ава? Наверное, все-таки мы в будущем встретимся. Блин, неужели пацан у рубежа? These tunnels were abandoned decades ago. But I've heard you can get through. Here's hoping. Javi, I need to talk to you. Это о чем? Проблема. Look, I should have told you this earlier, but there hasn't been a right time. Ну, it's давай. About the new frontier. I've met them before. What do you mean, met them? Ого, красиво. Твою мать, Клема. Серьезно? I should have told you sooner. I really should have. Черт возьми. Oh my god. Brand you? Just listen. Охренеть, блин, Клема. I'm not asking you to forgive me. But you have to understand. I had nobody. Они же напали на вас. I was all alone, and I thought I didn't need them, but they were very persuasive. Убедили. Интересно, чем? Ой, Клементина, зачем ты к ним вступила? Ну, ты, наверное, уже не с ними. It was a mistake, and so was not telling you about it. Просто скажи мне, что я могу тебе верить. Tell me you're not still one of them. No way. Believe me. I just had to explain, because if they're really in control in Richmond, I can't let them see me. I just can't. So when Блин, we reach Клементина. The other side of this tunnel, I'm leaving. Y'all planning on joining us? Shh. Какой беспонт. Ты от нас отсоединяешься. You all hear that? Coming from over there. Can you see anything? Ты хочешь сказать, чтобы я подсветил в темноту? А там привет? Опа. They're everywhere. Fuck. Охереть. Keep sharp. Watch out. Может назад? Эй. Отстань. Bobby, help. Где? Гейб. Уйди от меня, гадость. Гейб, блин, лови быстрее. Да. Это Иисус. Короче, он охренительно владеет рукопашным боем. Кто? Ой, дурак, зачем? Trust almighty Conrad, now every walker in the fucking county is gonna be heading this way. Come on, follow me. С таким охренительным махом сюда реально все сбегутся. Но не успею. Успел. Фух. Так. Блин. What the fuck? No one ever mentioned a train in the way. You better find a way around it. We're fucking dead. А пробиться не сможете внутрь? Just go through. Well, да, да, does да. It open? Разбейте окно. Придурки. I got it. Come on. Короче, Иисус. Охренительно. Крутой рукопашник. Javi and I will block the door. You guys go ahead and make sure it's clear. Make it fast. We'll be right ahead up. Клементина хочет сбежать. Ну давай вот этой балкой. Давай, давай, Хави. Давай, Хави, Хави, давай. Если нас зажмут, будет плохо. Так не стой, придурок, Хави. Без проблем. Давайте валим. Okay, let's go. We gotta... Не понял.
I wouldn't touch that gun, girl. You even know what the hell are you doing? I heard you two. You think I'm stupid? Finish your little story. Now. We need to keep moving. No, you need to talk. Положи Put оружие. The gun down, Conrad. Not until she rolls up her sleeve. Да ты что, узнал, что ли? What? Why? Ай, проблема на проблеме, блин. I fucking knew it. You're one of them? You're goddamn right she is. What other bullshit did you shove down our throats, huh? I'm fucking believable. Опусти ствол. Conrad, lower the fucking gun. This isn't necessary. Lower it? You're missing the bigger picture, son. Don't you see? We bring her to Richmond, they'll give us whatever we want. Medical help for Kate. She's our bargaining chip. They won't bargain with you. You don't know them. Won't know until we try. She's not a bargaining chip. She's a friend. Oh, I'm sure after less than a day, you two are just soulmates. Not a chance in hell. Seriously? It's our best option, and you know it. Следующий. Hell, it's our only option. Раз, я достану пушку. Good hell, Conrad. I'm not doing this. If you want to shoot me, shoot me. How about I shoot your little boyfriend here instead? Ты что, охренел, что ли? Don't let her walk through that door. Nobody has to shoot anybody. Just tell Clem this is how it's got to be. Где остальные, блин? And then we all step into the sunshine. Come on, man, be reasonable. This helps both of us. I'm just gonna go. Don't take another step. Javi, please. You know this will work. Выстрелить. Holy shit. Да потому что нихер. Oh my god. You two should go. What about you? I'll find my own way. Вы можете меня за это винить, но нихер хватать племянника и угрожать Клементине. It just happened so fast. Это должно было. I had быть. No other choice. I know. It just feels different. Let's go. Давай, Гейб. Ого, красиво. Не, ребята. Конрад реально прихерел. Where's Conrad? Я, конечно, все понимаю. Did he not make it out? Его больше нет. He's gone. Если будете задавать вопросы, я вам прямо скажу. Sorry. So that's it? Он напал. He just... Oh, man. Conrad! Shit! Fuck! Try to stay quiet. Jesus fucking Christ. Damn it, Conrad. And the girl, where is she? Or should we assume the worst? She... ran off. I just don't know what the hell is going on anymore. God, what a shit show. Не знаю, что будет с Клементиной. But right now we need to find Kate and Eleanor. Нам да, нам надо найти Кейт и Элеонор. Это первое, что нам надо сделать. You're right. I just wish. Ладно, ребят, все нормально будет. Уходите в закат. The gates are this way. If your people are here, that's where they would have ended up. Как мы это поймем? Why is it so quiet? Thought there'd be new frontier marching in the streets. А, так вы уже в городе. Practicing on walkers or whatever the fuck they do. Не высовывайся. Don't get too cocky. It could be watching. Да, это точно. Roger that. Так это и есть Ричмонд. Такой большой город. За 4 года уже все заросло. Опа. Увидел. Нет. Fuck. Did they see us? Я не знаю. I don't think so. Can you see anything, Javi? What are they doing? Туда-сюда ходят. Машина. Твою мать, они уже здесь. That's the car. Hey, keep it down. Да их там уже нету, конечно. Кейт. Kate, can you hear me? Живая. Kate, talk to me. Say something.
Javi? Где yes. Элеонора? Could really use something to take the edge off right about now. Давай, короче, ты меня напугала. Jesus, you scared the hell out of me. Понимашки, ей это надо. Kate, are you okay? Come here. Ай, какие вы. Where's Eleanor? She went ahead to get help. She hasn't come back. Damn it. They must have got her. Да, она пропала. Jesus, how far is it to their compound? Not too much farther now. A couple blocks at most. Gabe, help me lift her up. Ты что, ее потащишь? Так. В смысле, мы потеряли достаточно. Я не позволю ей умереть. I'm thinking Kate's not gonna make it much longer. So it's time we walk up to their front door and say hello. All right, fine. Here we go. Что, мы просто пойдем прямо к ним? Да, ребята, вы отчаянные. There it is. New Richmond. Надеюсь, тебя тут знают, Иисус. I'm gonna get you inside, okay? Javi, if they can save me, how about you and me finally take that trip to Norway? Нормально все будет, Кейт. The Northern Lights. Remember? Sky lit up all green and purple. Хорошо, and white сделаем. Snow all around us. Главное, не вырубайся, Кейт, as хорошо? As long as we make some time to hit the slopes, I'm in. Нереально тебя жалко. Jesus, there's a solid possibility this isn't gonna go our way. If you want to stay behind, I wouldn't blame you. Hey. This is where I was going in the first place. Иисус, он для лагеря искал новых людей, ходил в одиночку. Да ладно. You again? You must have some kind of death wish. She needs medical help. And you have one of our people. Uh-huh. What's your point? Они же вас просто застрелят. After what you did to our people? I'm not inclined to help any of you. Давай отложим наши обиды. I know we've both got a bone to да pick here, бред? But Они we can hash that out later. She needs to get to the hospital or she's gonna die. Then I guess she's gonna die. It was your men that shot her. Your bullets. You owe it to us to help now. We don't owe you shit. It's got nothing to do with me. Your people, your problems. She dies? I'm holding you personally responsible. Just because you say something doesn't make it so. Please, Kate's dying. She needs help. It's not like I don't have a heart, okay? But your people started this whole fucking thing in the first place. Let's not forget what you did at Prescott. What you did to our home. Prescott, right. That whole situation was a damn mess. В смысле, вы реально его уговорите сейчас? It happened. It's over. Nothing I can do about it now. Это твой долг. My niece is dead. You know you owe us this. Now all of you, lower your weapons. Might be a good idea to play along here, at least for now. You put him down, I'll see that as an expression of good faith. Я нихера не понимаю, зачем? Nice and easy. Or else this is gonna end bad. Бросьте оружие. Everybody, put him down. Просто опустить. Trip, please. You're the boss. Oh. Yeah. Okay. Да как они сейчас? Hands они перебьют your вас нахер все. We let him do this. It's over. We can't give him another inch. Да делаем уже. Начали, значит, делаем. Они бы уже нас выстрелили. For Kate, okay? Now, get on your knees. If he was gonna kill us. Правильно. Иисус. You hear me? I said knees. Ты прав. Guess you were serious about this after all. Ребята, вы меня удивляете. Серьезно. What the hell's going on out here? They said they weren't here to hurt anybody, so I was trying to see if they. Oh my God. В смысле? Dad?
Ты что, угораешь, что ли? В натуре? Да ладно, блин, как... Какой конец эпизода? Вы чё? Все это пипец. Я думал, он еще в начале погиб. Чё теперь с Кейт-то делать? А, мне надо, короче, подумать. Ладно, давайте посмотрим статистику. Как вы решили спор между Дэвидом и Кейт? 39% решили не вмешиваться. Ладно, так и быть, скажу, что если бы я вмешался, он бы сказал своему брату, что Кейт ему рассказала про Норвегию. Как-то так. Ладно, дальше. Как вы справились с новым рубежом у ворот Прескотта? Вы 40% сдались, 60% открыли огонь, и всего 0,8% пытались вести переговоры. Я не знал, что можно было попробовать договориться. Ладно, вы поверили Иисусу? Ну, конечно, поверили, это ж добряк. Кстати, он еще и гей. Кто не знал. Что вы сделали, когда Конрад угрожал Клементине? Вот, правильное действие все-таки. 90% убили его нахрен. Да какого хрена он просто взял в заложники моего племянника? Блин, в конце там же брат Хави, я не знаю. Ладно, дальше. Как далеко вы зашли, чтобы попасть в Ричмонд? Вы 95% согласились на требования Макса. Отлично. Значит, все будет хорошо. И Кейт, походу, останется с братом. Или с Хави. Или Хави будет с Элеонор. Или Трик будет с Элеонор. Я не знаю. Главное, что гей будет с Клементиной, походу. Или нет. Ладно, ребята. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новую серию. И поддержи лайком. Ну и всем пока.